Глава региона ознакомился с ходом работ по созданию инфраструктуры на территорию между селами Луговое и Гувшиновка железнодорожного района. Именно там многодетные семьи несколько лет назад начали получать земельные участки. По этой планировке у нас запланировано, вот даже вот, если мы берем этот массив, два съезда. Оба съезда у нас, они размечены, они отсыпаны. Все, что нужно делать, это дороги по самому массиву. В Луговом многодетным выделили 1773 земельных участка. 30 семей получили разрешение на строительство, 14 уже возводят стены. Ранее главная проблема заключалась в том, что на отведенной местности не было проложено дорог и соответствующих коммуникаций. Ситуация в лучшую сторону начала меняться тогда, когда этот вопрос под личный контроль взял губернатор. Завтра будем очень подробно обсуждать вопрос, связанный с развитием индивидуального жилищного строительства. Для нас сейчас очень важная там тема такая. И президент вопрос на контроле держит. Ну и мы, естественно, скажем, так, для нас это тоже очень важно. Поэтому завтра проговорим. Если вы к завтрашнему будет понимание, сколько вам нужно сюда, каких фракций, может быть, мы тут как-то так и пошкрябаем по Ульяновской области и найдем здесь. В 2018 году компания «МРСК «Волга» возобновила работы по строительству электросетей. На данный момент проложено 16 километров сетей, заключено 211 договоров на технологическое присоединение. Также в 2019 году Ульяновск-водоканал провел анализ проб воды, взятых из скважин многодетных семей квартала. Оказалось, что вода пригодная для питья. Сейчас на земельных участках обустраиваются колодцы и пожарные емкости для технической воды. Администрация города, в свою очередь, компенсирует многодетным семьям затраты на бурение скважин. 11 заявлений уже рассмотрено. Наталья Чумаченко, Даниил Сурков. Новости Управда ТВ.